Нормальненько. Вот, который я... Главное, чтобы большую карту не закинул. Лучше, чтобы она, типа, 4 типа... Можно перепикнуть, не? Не-не, нельзя перепикивать. Не, нельзя, это если грех. Если какой-то сейчас шоссе... О, закинет, о, нормальная карта, бомбовая. Это грех. А что за карта, я гружусь еще? Ну, бомбовая. Сейчас увидишь, топовая. Ладно, сейчас увидим. А можно загрузиться? Не, тебе нельзя. У меня такой же вопрос, можно? Меня пока не грузит. О, наконец-то, чё на экран, магистр. Ну, пока вы грузитесь, у нас уже типа водит. Бен, самое жесткое было бы, если бы не было нулевого урона. Это было бы просто габелла. С этими мамонтоферизами можно было так уносить бы типов. Ветенка. Респы держать. Взятый долг. О. Чем мы можно без перепиков? Там телефон возит. Да, конечно. А надо? Ну ладно. А зачем? Что случилось тут? Не-не, я типа говорю, ну карту может поменять, ну ладно. Так не, мы ж четвером. Нас будет всегда бросать на такие. О, тип в бронзе против. И не 20-ки. С иммунитетом от заморозки, он походу чувствовал, куда заходит. Ничего, мы с Лавсом пробиваем, мы готовы к такому. Давай, я опять. Где дырочка? Я уже не ту нажал дырочку, все на ней. Давай, туши. Баг какой-то ты дал. О! Ну в регби есть шанс, что нас на закинет не на большую карту. Он сейчас флаг скинется, кстати. Лавс, ты чё? Это я залагал? Ну, блядь. Лавс, ты чего, братачка? Флаг скинулся, он даже. Лавс крутится вокруг. Холма крутится. Накручивает. Говорит, сейчас флаг скинется. Смотри, у нас типа возит флаг. Бля, у меня все, короче, понял, залагали, как сервер лаг, и думал, что все скинется. Ну, это у тебя только. Так, я тут отдефил, что мы там везем флаг? Да, мы едем. Давайте, пожалуйста, летите. Надо кольцо едем. Очень медленный додик. Там овер сверху. Нет, у меня за овером не поеду. Хотя, не, их уже много летит. Они сейчас, наверное, будут нас тушить здесь. Да? Желательно. Я думаю, да. Но пока что нет. А, ну все. В принципе, все под контролем. Сука! Я что упал такое? В минус. О-о-о-о! Это как? Вообще, ты ж нормально ехал. На тебе подкользнулся. Зачепился чуть-чуть. Отращиваюсь, Ванька, все, уже улетел. Петрошки присел. У тебя шок. Ладно, беду-ка здесь. Лавс, ты вернулся? Да, брат. Здорово, брат. Здорово. Ну что там, доставочка будет? Там у меня ПС задул. Под мостом никому не нужен ДВ. Ну возьми так, чисто по приколу. Скорость побыстрее. Ладно, я дрэфлю. О, у меня оверка, кстати, сохранился, это нормально. Лавс, у нас уже увозят, если чё. Не пили. Да хотя прикол. Я его тут... Не, это кризис взял, Тём? Да. А, не, он ушел в нуля. Бля, а как он, бля, хилил? Давай, я увоз. Я его паладин вылечил. Ладно, пошутил, что увоз тысячу человек, потому что там шо. Короче, вниз, прыгни вниз, Тём. Я встречу. А не надо. Ну ладно, смотри сам. Че? Там где-то паладин еще с оверкой, Тём, тебя встречает, так что смотри, да. Ой-ой-ой, помогите, Лас, я сверху прыгаю. Давай, прыгай, братан. Залагало, правда. Ты кидай флаг. Я верну. Флаг снизу. Я верну. Я на штоке стою. Да чё за? Это залагает. Я улетел. Я на оверке поставил флаг. Как Сэм на мостах. Бэн, это так жестко выглядит, когда ты на здоровенной карте на мамонта фрезе газуешь. Угу. Это как в старые времена, когда там у мамонта и хп было больше, чем у остальных, и по скорости он норм был. Угу. Это 2013-й, там 14-е года. Там чисто мамон рулил. Сейчас по ходу возвращения меты старой. Ну, если не такая, конечно, здоровенная карта, то он реально жесткий. Ну, верните флаг. Он прям очень бодро сдает. Жар. Так, у него оверка нормально так копится быстро. Я, наверное, верну. А меня, наверное, увозят next. Я верну. Представь обратно. Ставь. Привет, цыпленки. Цыпленки. Опять не ошел, тупил с тыла. Там у нас тыл ушел. А что с уроном? Что под 99 я кидаю? Тебя, наверное, просто заморозили? Наверное. Чуть-чуть подморозили и все. В этом вся имба фреза, то что ты типа морозишь, и он просто остается сразу без ДДшки. Он тебе ничего не может. Я тут им морожу и пробитие кидаю на этом устройстве. На газовый. Да, еще толстый. Братанчик, ну застрял, ну ты чего? Братанчик, нас там, походу, кстати, увозят. Большой, толстый такой. Да, так наш на мост поднимается флаг. Ага. Сейчас приму его.
Я уже есть... внизу готов ловить. Если он доедет, конечно. Не, он на оверке стоит, он не двигается уже. А, поехали, вернем. Давай, Ванька, туши их. А все, он уехал. Наигрался. Ну, Тём, двигайся. Я с оверкой долечу быстро. Только он нас опять увозит. Я его тут поймаю, думаю. Да, да, а не, он умер сразу. Да дай флаг, я на оверке. Красава, Тём. Так, ты не успел подождать, я тоже. Что случилось? Я не вижу. А, он опять на мост поехал. Может, мы бы вообще четвером бы сыграли бы. Боже, можешь попросить все, чтобы все вышли. Давай, сейчас попрошу. Тёма, оставь флаг. Ладно, гой, я дефую. Везите. Туши, Тём. Давай, давай. Дева есть. Чё не меня бьёт? Я сейчас на центр лечу, раз. Давай, давай, брат, давай. Быстрее, а то он меня сейчас унесут. Быстрее? Быстрее, говоришь? Ну ладно. Давай, Ресу брат. Оверку жать, да? Давай, брат, быстрее, ладно. Нормально, мы тут право просто не пропускаем никого. Давай, почти давай, никого. Газуй, газуй. Тушенка. Сейчас я еще на деф еще одну воткну, красивую. На Верочку. Если давай. Они, конечно, подъедут. О, едет. Там этот шарик, смотри, чтоб тебя не схавал. Блин, меня не шар схавал, у меня дашки не было. Зачепился. Нормально, мы поставим. Все под контролем, два респа. Три респа. Нормально, вообще еще. Посмотрим, что в рейбе. Можно потом еще, если досрочка будет, можно еще и осаду посмотреть. Ну так, чисто. Одним глазом. На осаду глянуть. В осаде сейчас тоже часто бросают не такие большие карты. Можно нормально тоже дать. Красиво. Ну, фрида делали очень жестким, прям очень жестким. Я не знаю зачем. Зачем так сильно? Что так надо было? На них, правда, никто пока что еще не катает. Но это хорошо. Ну, я бы не сказал, я уже многовато фризов вижу. Надеюсь, Орех видос не снимает, не записывает. Ничего. Информация остается конфиденциально. И мы идем тушить дальше. Паре рури. Давай, что-нибудь нормальное. Плато какое-нибудь. Ага. Плато? Хорошая карта. Хотя я помню, нас четверых там кидало и на песок, но это не про эту катку явно. Так, чисто. Ну ладно, что, главное мяч брать и... Что-то похожее на песок, если честно. Давай, ставь. Ну, уже совенка, чего? Подобрал. Он поражал свою. Поражал свою, блин. А, на этот центр падает. Ну ты не поставишь, брат. Снесут. Давай, давай! Молодцы! Сука, от штока до штока, Тёма, блин. Ну ёптой. Ну какой от штока до штока, Артём? Завязываем. Завязывай, чё? Ай, Банька пишет. Банька, хай. Ага, Банька не может написать ему! Сколько у тебя там бан? Сколько еще осталось? 2 часа осталось еще. Сейчас бы за баненом быть. Ой, это как Глаз, который на месте уехал. Сейчас быть за баненом. Учил, пишет, может ли в нем. Еще не меня бьют, не бейте. Давай, Вань, кидай флаг. Кинул. Флаг. Кидай флаг. Да, нулевой бы урончик, конечно, убрать. Цены бы не было бы этой игре. Без нулевого урона тупо респы тушить. По 1800 с крита. 1800. Нас там выиграть в чате хотят. А, я вижу. Ты шо? Давай, Тёмик, накидывай. Давай, Артёмочка, давай, 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 Артёмочка. С боку залететь. Овердрайв сейчас будет падать. Я один подожду. Ой, Тёмик залетает. Ой, Габелла. Красава, Тём. Там у меня мало хп было. Не доехал. Но Мамон уже на оверке. Там Мамон тоже. Так, он меня не видит. Опа, оверка закончилась. Здорово. Припасы отключены, я понял. Вот сотка, центр, кстати, падает. Да, сотка берет кто-то? Да, я еду. Я еду, не бедайте. Там ящик валяется ближе к их базе. У меня нету. Я поставлю. Ну, Иван, ну кажется. Ну, так у меня проценты, блин, 20 только было. Ты что, долбанулся? О, вот это красиво, кстати. О, нет! А что за... Давай.
Ускоряйся. Ну Тём! Ну нафиг так делать, а да. Если б его слили сейчас? Так меня этот, разведло. Разведло. Опять припасы отключены, кто там выключает их? Рельса, походу. Да, рельс. Ну, она так выглядит, что эффект такой маленький, что там даже не видно. Угу. О, чего? Пошёл я за ему. О, толстый. Давай, поехали. Ну ты что? А чё меня воспик разворачивает? О, Тём, здорово. Красава, Тём. Тварь. Нахан. Блин, что рубить, хлопцы? Еле еду. Еле двигаюсь. Давай, ползи. Так я оверка, нормально. По пути еще у вас по бомбочку захавал. О, сотка центра. Вижу. Ой, лиса стоит, простреливает. Сколько у тебя? 40. А че выкинул? Ну! Ё-моё. А меня выкинул? Вот дурак залагал, блядь. Я ему оставил. Пиздец. Меня вообще с группы выкинуло. Нормально. Ты на карте, как ты можешь быть выкинул из группы? Ты в центре, в том болезнь стоишь. Ты стоишь, куришь на карте. Это серый экран у тебя или что? Обновись. Я просто ловил кинул, блин. Это баг. Вот. Иван, сдохни там. Офигеть, мне веса не хватило. Ты что сказал? Ну, ставь! Давай, я слился. Сейчас я еду. Летим. Мы уже прилетели, короче, там как-то больно очень. Говори, сдохни, сам даже не доставил. Там меня убила Алиса, если бы не убила. Убил бы их. Ой, опять на карте. Здорово. Красава. Здорово, братанчик. Я побывал в лобби. Опять Алиса овер зажала. Та чё за габелла? Это да. Шив зажала. Я тебе скажу, она еще третий подобрала, она сейчас снова прожмет. Тут это другая уже была. Там Тинс прожал. Тут, короче, у вас меня увидел и сделал этот разворот, как тот маленький челик, помните, это в гифке, типа, такой, забегает в комнату, такой, и назад побежал. Подскок, а куда поедешь? Сейчас такая же самая тема была. Алло. Алло. Мы треним. Здорово. Здорово, сэр. Как мне призы забрать? Не знаю, Сэм, у нас видос. Чё там, призы уже какие-то есть? Давай, кидай, Тём, ты не поставишь. Мы тушим, Сэм. Ты не поставишь, Тёма. А, ничего страшного. Надо его убить. Пофиг. Ну давай, Тём, ты не поставишь. Повезло. Убивать быстро, правда. Там овер на центре, можете забрать. Там был лох какой-то, блядь. Там мяч на центре, тоже можно забрать. А чё у тебя, Сэм? Сэм, чё? Я беру. Да потом решим. Пам-пам-пам-пам-пам. Наверное, то же самое, что и у тебя было, Тём. Да. Точно. Я возьму, Тём, кидай на меня. Тём, скинь мне, Тём. Тём. Не бери, зачем ты берешь? Ну, Тём, красава. Ну, Тём. А я хочу, чтобы он клюнул. Ну, да пожал, всё, иди. Клюнул. Если что, за вами погоня. Ну, тут визит. Меня тушит. Стас, прикрой, Стас. Нормально будет. Уже респол просто не было. А чё ты сказал, что там не было, не сорок? Ты ждал, блядь. Где он? Сделай погоню, говорю. Ладно, это мой. Падай. Не мой. О, падает. Там овер падает. Ну! Сука! Залагал? Лагает. Надеюсь, я тебя не взял сегодня. Ну, блядь, лаз прошёл, ещё одну взял. Сука, меня залагало, пидавай. Ещё одну прожми. А чё, у меня аптечки нету? Бля... Давай, едь, главное. Надеюсь, тебя убьют. Паса застопили вообще. Зачем меня застопит? Рельсы. Нагибаторская. Блядь, чё? Стоят дураки. Чуть по чуть. О, Тёма. Вас порта. Бля, ну конечно, ну да. Ну там одна рельса, которая стопит. Всё нормально, Тём. Жёстко. Хуёво. На тебе! Мне нужна срочная изида. А ты shift зажми. Мне говоришь? Ну конечно, по старой схеме. Ты думаешь, у меня эта тема есть? А чё, нет? Это заготовочка. Ты как на том форесте потратил все, что было? Да. Бодрые два захода были подряд. Залетел такой красиво.
Думает, один увез, сейчас еще один увезу. Нормальная тема. О, кстати, это Джин. Да, ты не бойся, ты главное есть. Ну, ломай, ломай его, Тёма. Ладно, нормально. Какой-то додик поставит. Ну, главное, что хоть кто-то. Ну, осадочку еще сыграем? Можем. Попробуем? Смотрим? Воткнуть одну. Может, аса как раз против будет? Вообще будет бомба на видос как раз. Ну так, чисто асу. На видосик. Поймать. Похороны? Откостолопить. Я думаю, он в шортах будет, если он увидит 4 мамонта фризана. Там сразу иммунитет от заморозки. Ну, было бы неплохо, конечно, если бы он бы там на этом, на своем паладино вулкане был, тогда он не может менять устройство. И будет на него играть. До конца боя. Сколько сейчас онлайн, интересно? Найс, я, короче, пикнул 3 режима и не выполнил ни одной заданки. Это успех. Все мимо, да? Ага. Джаггер, командный бой и захвати точки. Ну, хоть можно точки и Джаггера, мне кажется, на этом попробовать зайти. У меня Да, я думаю, что Джаггер будет убегать просто, когда он пьет 2 тушенки с 2 сторон. 4 мамона летит на них. Ну там только от шока нет смысла, там надо что-то брать другое. Типа адреналин, наверное, какой-нибудь. Надо. Ну что-то нас долго бросает. У нас в шоке баллона много, пофиг. Ну вот он тоже кидает. Не, баллона-то много, это, кстати, вообще имба. То, что там баллона дофига и крит хороший. И типа то, что там даже урона якобы меньше, чем у других устройств, вообще не чувствуется. Что-то и типа пофиг. Сразу колом становится. Не то, что у них башня приваривается, у них все приваривается сразу. Так, осталось за 10 минут успеть выиграть катку. Да? Давайте. Надо ускориться. Чаще. О, а как раз то, что надо, закинуло. Да. Где мамонта фриз прям вообще уносит в салат. О, Тёма. Не поместился. Тут овер и не падает, да? А, падает. Не, должен падать там. Уже летит и летит. Нет овера, пацаны. Забери, забери. А, точно. Надеюсь, Стас по мосту не едет. Не-не, мы на точке. Нормально. Стоим. Опа. Заплакал. Опа, Стёпа. Витю. А, мне точки надо захватить, я забыл. Здорово. Здорово, Тю. Ну, кризис в осаде точно шляпал. У, сука. Я ещё забрать успел. Опять я имитом. А у меня вырос этот фрис. Не, долго действует. Где точек? Слева? Мостом. Да, по мостом. Лево. Ехать 40 лет. Да там быстро? Ну, там такое, когда у тебя правый крайний респ. Котик уже держит. Такое себе. Если честно. Если честно, такое себе. Парируре. Аптечки еще не. Ну да, если бы кого-нибудь жесткого запикало бы против, было бы вообще супер. Не повезло бы этому жесткому. Так, значит. Оп-оп-оп. 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 Ну, вы заберете? Да. Красава. Легкая вообще. О! Че ты не будешь. Вот это уже наша тема. О, лавс уже готов. Лавс овер накопил? Да. Так голд сзади. Я знаю. Ну ты косарь не ищи, наверное. Тьми! Жри говорит. Выжить. Сделал все, чтобы выжить, да, Артем? Смотри, сейчас тебя соска схавает. Ладно, закрою. Так уж и быть. Все нормально, уже аптека появилась. 5 фризов на точке стоит. Надо, чтобы сейчас слева была точка. 5 фризов. Будет взять. А ты говоришь, на фризах никто не играет. А, вообще никто не катает. Они же не нагибают. Непопулярная пушка, да, слабенькая. Ничего не можешь сделать. Вообще не тянет. Если бы он бы тянул бы, я бы еще бы понял бы, а так он не тянет этот фриз. Я точка. Сразу либо центр, либо слева, там овер упал. Да, слева. Я лечу. Это викинг едет. Нет, сука! Ему прожал овер, чтобы подобрать овер? А я-то их убил. А, ну ладно. Тогда норм. Ну, это я оверки тушу. Ладно, я держу. Ладно, не держу. Пускай прыгает. Вот, этого тоже можно схватить. Нормально будет. Точечку можно заодно еще. Чуть-чуть. Подзабрать. Не подал. Ну, она выглядит очень жестко.
У тебя, Стас, нету этого? Легаси? Кого? Легаси есть? Не, есть, конечно. А тебе не нравится? Не, я ж недавно этот ультра выбил, поэтому на нем пока катаю немного. Ага. Еще жестче выглядит, еще зеленую каску там одеть. Одну-две. Одну, да. Была там такая. У меня есть зеленая. У меня тоже есть одна, кстати. Вот та. Ну, которая у вас. У меня тоже есть там такая, изумруд называется. Это говно, которая у вас. Не-не, я не про гладик. Про гладик даже говорить не хочу. Ну ладно. Бьют точка, где точка? Центр, Артемочка. Штуки. Опоздал. Ты вовремя. Надеюсь, что справа. Я тоже. Но это справа, потому что теперь уже там 100% тут. Там уже слева будет опять. Да уже справа 100%. Поиграли чисто. Ну не та не жмется, давай быстро. Я думал, Вась, ты опять стенки собирать пошел. Да я не обратно. Уже не будешь? Не, уже все. Довязал. По кайфу. Кто? Давай. Крути. Бедный эконом. Ну, получается. О, сейчас он скинет бомбу. Бомбочку. О, да, давай это, не бойтесь. Тебя, нахуй я прыгал? Я думал, никого овера нету. Там овер зайти. Самое жесткое это то, что... Получается, можно вообще в любой режим тушить мамонта фриз и все, и забывать. Что-то еще надо. Это мамонта фриз на все случаи жизни. Надеюсь, соло джигинал за это будет. Ты будешь на мамонта фризе? Я буду на джакере. Нажмите овер, прикрой. Зачем? Овер нажать, чтобы прикрыть. А? Не да хапай, сам. Куда ты поехал? Ладно, пошел-ка я к ним нарез. Погнался. Там уже нет никого. О! Цветной. Опять меня убить. Нормально будет.